В Кармакшинском районе Дихани бьют тревогу. Нет поливной воды, поля высыхают. В последние годы в регионе посевы риса резко сократились из-за нехватки воды. Дихани аула Алдашпаяхун Кармакшинского района караулили воду днем и ночью, но так и не дождались драгоценной влаги. Засеяно 160 гектаров. Если и на следующей неделе воды не будет, то весь труд уйдет на смарку. Если мы до 10 июня не сумеем решить вопрос с водой, то, считай, все пропало. Это будет тяжелейшим ударом для нас. На что будем жить? Рисовые поля аула Алдашпай-Ахун расположены на самом краю всех площадей посева. Вода сюда доходила всегда тяжело, но в прошлом году местные власти обещали решить эту проблему. В настоящий момент ТО «Турмагамбет» ведет очистку дна канала 377-го узла. Надеемся, что эта работа даст свой результат. Помимо риса, здесь засеяны и бахчевые культуры. Ситуация также неахвая. Некоторые дихани насосом еле подняли влагу. Расходов много. ГСМ дорогой, его покупаем на свои кровные. Просубсидируют ли его нам или нет – большой вопрос. Таким образом, пока все складывается из рук вон плохо. Воды нет. Галымжан Жумназар, Адильбек Жаханов, Нурлыбек Нурмаханов, Канат Махамбетов, телеканал «Кызылорда».